Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение прохождения Horizon Zero Dawn. Чего стоит, чего не стоит. Так, давай. Гея Прайм. А чё, а почему я обзорную точку-то эту не осмотрел? Так, чё здесь? Что-то изготовить можно? Боеприпасы, херня, предметы, навыки один. Так, погнали, погнали. В общем, я там посмотрел видос, где находятся топливные элементы, и теперь у меня вопрос. Блять, собирал я эти топливные элементы в тех местах, где они находятся, или нет? Или нет? Так, а где зеленая? Вот она, зеленка. Сразу собрать все квесты. Не, игрушка бесспорно, она такая интересная. Прям кайфовая. Необычная. Как в свое время вышел Dying Light. Dying Light. Так вот и вот эта игрушка чем-то тоже своеобразная, такая необычная. Блять, снег там прямо, физика охеренная такая. Стою, остановился. Комод. Копье. Я прямо вижу на нем синий свет. Это? Его изготовил один мой знакомый. Ага. Шаман? Нет. Скорее, техник. Техник не понимает искры, что горит в металле, песни, что звучит в металле. Но ведь можно улучшить, модифицировать при помощи предтеч. Далеко на севере есть пещера, разлом в снегу. Внутри гнездо металлических птиц. Чудесно. Найди птицу, значит, нам туда дорога, да? Шаманы еще не разобрали на части. Отыщи брус у нее внутри, длиной с твое копье. Все, что я могу сказать. В пещере достать брус изнутра птицы. Ну да, обычное дело. А что нет-то, ёптать? А что нет-то? Конечно. Погнали, ёптать. А, так, подожди. Шаман же он где-то же это. Шаман же он... Стой, подожди, а что такое, блядь? А, нет, да иди ты нах. Нак. Вот, тропа шамана. Вот, сперва к шаману, потом туда. А потом туды. Все ж по пути, поэтому. А раз по пути, то нам значит нам по дороге. А раз по пути, значит нам по пути, да? Живучая травка. Живучая травка. Ты бы была живучая, как эта травка. О, хрюха. О, не, это не хрюндель. Ебать, ты чё, козлевич? Ты чё? Новый вид животных. Отлично. Козлов. Давненько. Костер обнаружен. Скоро мне это понадобится. Бля, надеюсь, что нет. Я вообще надеюсь, что тебе это не понадобится больше. Ну, зря я, конечно, так надеюсь, да? Так, стоп. Просто реально, есть такие игры, которые вот прям не хочется. Да я уже как раз с тобой поговорю, повторяюсь. Сюжетку прям проходить. Прям
что-то неохота проходить сюжетку. Я, конечно, в нее сейчас с перерывами играю. Потому что там киберпанк вышел, вся такая. Боргрен сказал, ученик Ауреи ушел на север вдоль реки. Надеюсь, недалеко. Но мне что... Киберпанк неохота проходить. По-бырому. Ах ты ж. Мазила. Блин, нашел. И как же он так завалился, бедняга? А где? Они вообще крепкие. Так, мне надо еще рыбу чешую рыбы найти. А, тут 50 метров осталось. Ладно, давай до этого добежим, потом пойдем тогда длинношеева, длинношея осмотрим. Видимо, это Налтут наблюдает за тобой. Ух ты, а это что за хрень? Налтут? А ты кто? Как ты меня нашла? Боргрен сказал, где искать. Искала да нашла. Я ему уже 1000 раз говорил, не хочу я у него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача — наблюдать за работой демона. И постараться сдержать. А так этот червь — это демон, что ли? Но что я могу сделать с этими башнями? Ты ни хера, потому что ты чмошник. Они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины, исцеляет их. Хорошо, ты хочешь сдержать машины демона? Я знаю, как это сделать. Моим луком и копьем. Стой, страница. Как твое имя? Элой. Ладно. Если ты погибнешь под ударами его машин, я хоть смогу рассказать о тебе Ауре. Ты в меня веришь, как мило. Охереть, красавчик. А когда вернусь, ты скажешь мне, где. И чё? И перехватить управление машинами, да? А какую? Угу. Уничтожить вышку. Легче легкого, да? Интересно, а если перехватить управление? И что? У меня не получилось, что ли, или что? Все. Я затащил. В кустике спрячемся. Ну и что, я не перехватил, что ли? Управление. Ах ты, блин. Эй. Я что, не перехватил управление разве? Так, блин, стопэ, подожди. Ну вот, и чё? Ай, а, мне машины перебить надо, понятно, сука. For favor.
Один, два, три, четыре тачки надо завалить. Так, пойдем начнем с той, которая уже покоцанная. Завали, ебать. Ого. Сваливаем. Беги, 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 беги. Блин, жаль, что это. Нельзя назад посмотреть. Ты чё, тварь? Блин, тебе надо в башку попасть. Стой спокойно. Так, один готов. Или одна, хер пойми. В общем, гейм овер тебе, птичка. Так, а что я могу? О, могу сделать. Если могу сделать, значит надо сделать. Да ёб твою ж дивизию. Заметил меня упырь. Так, тут травки нету никакой. Блять, может докаст... О, барсук. Я в безопасности. По крайней мере, на пару. Будем надеяться. О, травка есть. Уровень апнул наконец-то. Точняк.
разобрался. Управление кого? Чего перехватить-то? Я же уже перехватил управление. Или как там у вас это все происходит? Пока не этого. Не убьешь управление, не перехватишь или что? Ну-ка, тут есть рыба какая-нибудь? Нету. Ну, как-то так неинтересно. О, козлик. Да, не, ну, тебя много этих тратить надо. Патронов. Ну, что? А, теперь снова с этим поговорить. Пошли говорить. Возьми. Эй, ты ёптыч. Зачем паузу? Поговорим о горе. Давай. С машинами и башнями справляться научилась. Очередь демона. Ты как-то забрала его силу себе. Возможно, у Рэй стоит с тобой встретиться. На самом деле, она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. А он продуманный в перчатках сидит. Продуманный типок. Попасть туда можно лишь по тропе шамана. В конце тропы ты увидишь храм. Великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми. Как награду. Конечно. Бля, сейчас опять дети. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Терка. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады и поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И мы уже. Я найду Аурею? Мы уже проходили испытание. Она еще выше. Где-то внутри горы. Ее гора поглотила. Хватит болтать, давай. Погнали. Я верю, что она услышит голос вновь. Голос вновь, отлично. Пошли, тут я травку видел. Хорошо, значит теперь меня на ледяную терку. И на ледяную терку, пошел. Да, пошли, да. Только мы... Куда? Промазал, хер с тобой, живи. Суслик, или кто ты там был? Раз смог скрыться, значит живи. Запас карман не тянет. Это точно. Вообще не тянет. Так, стой, подожди. У нас тут озеро, костер. Так, ну давай мы тогда... По ходу дела до озера доберемся, да? А ты вот не смог убежать, поэтому стал добычей. А тут рыбы нету? Здесь рыбы нет. Очень жаль. Долгоногов там перевалить надо будет. Это что такое? Щелка... Это вот этих, что ли? Щелкозубы. Я найду тебе применение. Ах ты ж. Дивизию твою. Я уже и забыл, как... Кто такие щелкозубы-то? Ой, а что у вас так много-то? Ёб твою ж конск. Я ж четырех щелкозубов-то валить задолбаюсь. 31 уровень. От огня только можно. От огня страдают. Охренеть. Так.
Мы сперва до костра давай добежим. Нам же сохраниться надо. А это кто? Люди. Это бамбуки стоят. Бануки, точнее, бамбуки, блин. Вообще пофигу, бамбуки, бануки. Так, карака. Ух ты, а я смогу забежать наверх, интересно? Звук прям как это, по-настоящему снегу бежишь. Просто охеренный вид, смотри. Блядь, красотища. Красотища, ничего не скажешь. Так, только мне не туда надо. Мне надо вон туда, да. Стрекозел. Стрекозлевич. Это можно хранить. Можно, можно. Пошли. Только нам не надо сейчас ничего хранить, пока мы. Мы щемим на тропу шамана. Ну ты, конечно, Элой, морозоустойчивая, и тут ничего не скажешь. Полуголая носишься по снегам. Хорошо, что здесь физику на замерзание не сделали, то так бы я уже хер знает сколько раз бы позамерз. А, ну все, я нашел тропу шамана. Почему только вот тут, блин, уровень персонажа не влияет на ни на что, блин? Вот херово как-то. Просто 40-й уровень уже там раскладывать машины должен на раз-два. Тут как бы. Я высоко забралась. Тропа шамана должна быть, видимо, о таких метках говорил Малтук. Ни на что не влияет. Указывает на какую-то другую, задает направление. А, да? Отлично, давай тогда сюда пойдем. Не в ту сторону. Да мне похеру, я хочу просто посмотреть, что здесь. А здесь ничего, да? Я так-то там посмотрел видос про топливные элементы, где их достать. Нашла что-то. Угу. В какую сторону? Может, метки будет видно через визор? Если есть еще визор, поможет найти. Ага, визор видит метки. Че, правда? И что? А какая метка? А, типа вот эта музыкальная беда. Да я, блядь, вам без меток всяких тут, без визоров.
Ну, не без добычи. Элой, прекрати это. Назад. Нам не надо идти назад. Нам надо идти вперед. Не сюда. Тут есть добро. Добро оставлять не стоит. Подожди, значит наверх что ли лезть надо? А, вот сюда. Еще одна метка. Хорошо. А чё ты не активируешься? А или это просто так? Здесь пустота? Или что? Выход не здесь. Зато нашла снаряжение. Да, рухль всякую нашла-то. А, вот она. Какую? Вот сюда. В скалу. Нам в скалу, да? Головой в скалу. Не сюда. Подбирай. Куда же? Ну, в другую сторону, значит, куда же? Чё ты? Сложно понять, что ли? Куда же, куда же? Стоп. Назад? Назад? Скуяли. Прикольненько. Ну, нам вот сюда, наверное, тут он. Не, подожди, я же сюда поднимался. В смысле, ты не помнишь этой развилки, блядь? Мы отсюда пришли, кукушка ты. Кукушка-ебанушка. Подожди, вот, да, вот сюда вот мы подбежали. Вот сюда нам огонек светил. Вот он до сих пор там светит. И мы такие типа суды. Суды такие туды, туды. Давай тогда позырим. Ну. Стой, ну. Заблудились, что ли? Элой, ты заблудилась, короче. Выводи меня отсюда. Стой, ну тут всего два пути. Один не сюда и этот не сюда, да? Вообще отлично. Дакин так дакин. Еще и ловчий гоняет. Охеренно. Ловчий. Будь ты.
А, во. Все, нашли. Я ж вроде отсюда пришел. Стой, подожди, меня кто-то преследует. Я разве... А вот он ты. Ну бей, ебать тебя. Тупица конченая. Ох, элой, элой. Что ж ты такая-то? Неповоротливая это, когда не надо. Когда надо, не поворотливая. Когда надо, так что такая неповоротливая-то? Так, понятно. Ё-моё, два ловчих, это жестко. На чё ты не стрельнула, дурила картоновая?
Все. Выход не здесь. Зато нашла снаряжение. Пойдем дальше. Надеюсь, к выходу из этой пещеры. Угу. Что-то как-то тут прям жутковато. Сраные ловчие тут эти. И сохраниться негде, блин. А как та прошла, интересно, шаманка? Почему у всех НПЦ какие-то преимущества есть непонятные? Они как-то куда-то ходят, куда-то там как-то выходят, проходят, заходят, блядь. А тебе сражаться приходится. Эти карха тьмы тоже хер пойми, через какие задницы куда там проникают. Без этой метки-то не пойму, куда идти. Ого. Чтобы перебраться, нужно пустить сюда воду. И как? А, подожди, может, у меня там вот эта штука есть? Так. Все, вот так, что ли, надо было? А я хотел уже там что-то гадать, ребусы какие-то строить, там еще, блядь, это... При помощи какого-то троса там что-нибудь сдвинуть, а мы. Ладно, вниз. У меня вот вопрос, если это кукушка. Если это кукушка. Вниз. Потом вверх. Спустилась, то кто вот эту херню наверх поднял? Прям... Вот тут наверх. Успеем, только давай вот здесь мы. Стой, подожди, а там же какая-то... О, пигмент. Там же какая-то херня фиолетовая была в пещере. Я что-то, по-моему, ее проворот это... Нихера не подобрал. Блин. Надо подтянуть веревку, чтобы эта штука встала на место. Вода прибывает. И чё? И что теперь? То есть мне сейчас обратно надо? То есть мне сейчас обратно вот сюда, потом туда залезть и... Правда? Ну...
так задумано, то я-то чё? Я-то в чём тут виноват, что так задумано? Молодец, блядь, даже перепрыгнуть не смог. Не, ну давай дернем. Дернем за веревочку, давай. Мы же не знаем, куда нам идти-то. Мы ж тупые. Мы ж тупые, мы типа не знаем, куда нам идти, поэтому будем за веревочки дергать. Вода не замерзла, понятно? Значит, температура, значит, не минусовая. Не минусовая температура, поэтому вода не замерзла. Все нормально. Да чтоб тебя... Шаманы, блядь, ебанутые существа. Ну, сейчас ее кто-нибудь спасет, да. О! Что там за бычара-то такой прям? Медведь. Правда, что-то невиданное. И явно очень злое. Так, стоп. Ну, мне же его убить надо. Или не надо? А, он уже сбежал, да? Ладно. Медведь какой-то там был. А, давай дернем за веревочку. Потому что мы же не понимаем, куда нам дальше. А, что, правда, туда? Ух ты, а я вообще в другую сторону хотел бежать. Охренеть. Вот это да, спасибо, спасибо, что подсказка была. Костер нашли сейчас, наконец-то. И чё теперь? Кат-сцена. А сейчас медведь этот выскочит, да? И мне надо будет медведя одного одному положить этого медведя. Ледоклык.
Хера себе. Хера себе, блядь, сказал я себе. А он что, восстанавливается, что ли? Или его вышка восстанавливает? Да, блядь, перехватывай ты управление. Кукушка ты. Да чё бы, да блин. Эллочка, давай куда-нибудь спрячемся, да в рот тебя компот. Здесь пещерки нету. Отлично, да? Стопэ. Шина подержана. Продолжаем поиски ауры. Отлично. В одну каску. Придолили этого гада. В одну каску. И чё? И у тебя ничего путнего нету, что ли? Вообще прикольно. А. Уничтожить вышку или перехватить управление? Ну, тут уж перехватить только остается. Да залазь ты, ёптать, копыла. Тут уже только перехватывать остается. Все. Слушай, нихера мне опыта дали за этого ледоклыка, да, походу. Я что-то даже не посмотрел.
какого уровня этот мудила был. Просто размотал его как щеночка. Щеночка просто размотал. Как эта кукуха-то здесь прошла, интересно? Не, ну они-то слабаки, конечно, они ж. Они бы не смогли там это уничтожить. И она сейчас будет спрашивать, как ты смогла пройти мимо ледоклыка, там, блядь. Там половина нашего племени была повержена там. Ебать её там. Как тебя зовут, дитё? Та-та-та-та. И что? Где это? Аурея или Аурелия, как тебя там? А чё здесь? Вот, вот где надо подсказочку, так бы хуй. Да? А, вот. Ладно, я без подсказок справился. Всё, идите нахер. От вас дождёшься, блин. Видимо, это и есть храм Первой Гури. Малтук сказал, что это кусок самоцвета. Здрасте. Понятно, почему он столько стоит. На крайне мощное оружие и броню. Крайне, да? Малтук сказал, что я миновал храм и поднялась в гору. Значит, мне вверх поступил. Там дольше, чем 16 часов пробыл. Говорит начальник отдела безопасности Бевинс. Повторно высылаю запрос на экстренное снабжение. На этот раз будьте любезны прочитать, говнюки. Не то придется мне позвонить своим знакомым в комитете. Ох ты ж. Напугал пиздец-то. Нехуй басу распространять. Вы чё там, блядь, коронавирус в 20-м не помните? А, вот она, Frozen Wilds. Дополнение, да? Эти узлы на полу, видимо, соединены с дверью. Уже от двери тянется провод. Куда-то сюда. Ну, что-то произошло. И что мне делать с этими огоньками? Так, нам надо перенаправить поток данных, да?
Они поворачиваются, и поток света меняется. Ладно, проверим, открылась ли дверь. Да, конечно, открылась, кстати. У нее руки уже должны были там обморозиться, блин, на 100-500 раз. Это просто трэш какой-то. Впереди свежий воздух. О, давай подышим. Полной грудью давай. Вдохнем свежего воздуха. Просто если эта кукушка Аурелия сюда смогла забраться. Смогла забраться, как? Кто закрывал-то за ней все эти следы, там ее заметал-то, блядь? Надо добраться до тех ступенек. Угу. Непонятно просто, кто. Добраться-то легко сказать, блядь. А вон, спуск вон. Все, мы добрались до этих ступенек или еще нет? Да ты че, мы что, добрались до этих ступенек? Та, тара-та-та, или нет? Ёб твою мать, тут. Не, ну вниз-то это не варик, да? По-моему, вниз это не варик. Она показывает, что наверх надо. А, вот, ё-моё, блин. Глаза ты долбишься, блядь. Вот костер, давай сохранимся. Ебать, Аурелия, Вот просто вот ты мне просто должна дать топливный элемент. Я столько уже это пробежал, что, блядь, тут как минимум топливный элемент должен быть. Не, ну я знаю, что их тут нет, потому что я знаю, где они. Я там посмотрел запись. Скорее всего. Да, судя по тому, сколько здесь рисунков на стенах, частенько сюда эти шаманы ходят.
прошу, как просила уже 1000 раз. И чё, помогли? Ответь мне. Укажи мне путь. Аида рисует. Что ты услышишь? Не отвечайте, что разобьет оковы. Я не помогу, пока ты молчишь. Хоть шепни, большего не надо. Направь меня. Кто? Нет. Как? Прошла. Как ты сюда попала? Прошла. Сама душа закрыла проход. Пути шаманом. Но... с помощью этого... могу показать? Да, покажи. Пожалуйста. Да, покажи уже этой сумасшедшей тетке. Все побольше. Но смысл наверняка тот же. Довести свет до источника. Угу. Доведем сейчас, только давай мы это... Вот это откроется, наверное, щелочка, да? Щелочка. Так. Давай думать, теперь тут-то побольше крутить придется, да? И шо? Ну, давай. Z. А, ну это вообще вот куда-то, хер пойми, куда-то смотрит. Ну ладно, ты давай сюда, ты... Так, тут посложнее. Подожди, а может... ну тут это... как бы... не особо визор поможет, тут надо, блядь, с мозгами думать. Не, надо сперва тогда вот эти вот однозначно развернуть. Эти однозначно должны быть развернуты. Так, это все развернуто. Так, теперь вопрос, куда развернуть нам вот эту, да? Куда развернуть вот эту? А, нет, стоп. Получается, это не двигается, вот это двигается.
Так, интересно. Охеренная загадка. Не, ну тут по сути комбинаций-то не должно быть много. Тут не должно быть много комбинаций. Только... Ага. А это замкнутый получается круг, да? Точно не двигаешься, вот эта вот штука? Ты точно, да, не двигаешься? Тут лучше смотреть только сюда. А, все. Хуй знает, что я тут накрутил. Обход успешен. Ограничители не действуют. Кто здесь? Аурея? Аурея, помоги. Санкционированная передача. Вернуться к плановому заданию. Нет, я не покорюсь. Аурея, демон заставляет меня. Аурея, пожалуйста. Передача прервана. Слышала? Голос души, взывающий ко мне с громового барабана. Она сумела на мгновение сбросить с себя оковы демона. Благодаря тебе. Угу. Кто ты? И чего ты хочешь? Я Элой. Меня прислал Налтук. Сказал, я тебе пригожусь. И он не ошибся. Это было... откровение. Теперь я точно знаю, что душа еще жива. Может, вместе мы сумеем ее освободить? Не будем забегать вперед. И я пришла сюда за ответами, и пока ни одного не услышала. Я думаю, ты есть ответ. Но я расскажу тебе, что смогу. Так, давай-ка еще раз. Мы слышали два голоса. Один — некая душа, которую каким-то образом пленил некий демон. Кем бы ни был этот демон, он связан с машинами. Это он сделал их опаснее. Интересно, как? Душа находится на горе Громовой Барабан. И демон тоже. Так давай пойдем туда и во всем разберемся. Нельзя. На барабане очень опасно. Ты даже себе не представляешь. Гора под властью демона. К тому же
Аратак все равно нас не пустит. Он вождь, он всем здесь распоряжается. И слушать он никого не станет. Так вам нужен новый вождь. Да уж, это бы многие поддержали. А ты говоришь, охотник. И наверняка ведь незаурядный. А это возможно. Даже для чужачки. И Аратак обязан ответить на вызов, если весь Веррак будет знать тебя. Стоп, а я должна бросить вызов? Я не хочу быть вождем, а уж тем более Убану, которым я поперек горла. Но ты же хочешь попасть на громовой барабан? Ты слышала душу? Она страдает. Ее терзает демон. Она рвется на свободу. Может быть, если ты ее освободишь, она даст тебе ответы, которых ты ищешь. На что я только соглашаюсь. Ладно. Что делать надо? Докажи Вераку, что ты достойный претендент. Пройди охотничьи угодья. Убей разбойников за рубки. Началось, блядь. Или поговори с моей подругой Сикули. Поможешь ей. На тебя обратят внимание. Давай уж лучше с Сикули. Сделай, что можешь. Когда придет время швырнуть копье под ноги Аратаку, я буду там и поддержу тебя. А пока жду здесь. Если у тебя будут вопросы, приходи. Да. Нормально. И еще. В ящике лежит оружие, как у меня. Возьми. Может пригодиться. Ну-ка, что там за оружие, как у тебя? Зеленая херня какая-то. Давай посмотрим, что тут предметы. Буревик Банук. И что это такое? Это что такое? И что я с этим делать должен? Ох ты, 41 уровень. Отлично. Так, подожди, пейдж. Так, где тут? Ага. Сюда переместимся. Каждый день мне приходится работать до седьмого пота, а потом сплю, как убитая. Ну что, я предлагаю на этом сегодня закончить. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.